Как вы считаете, сколько должны зарабатывать врачи? Я считаю, у нас врачи должны зарабатывать столько, чтобы люди не ходили в поликлинику или в больницу и давали как бы на руки. Должны зарабатывать, $1000 хотя бы. По-нормальному, по нашей жизни, 12 миллионов. Ну, я думаю, выше средней заработной платы по Беларуси, раз, а так и два, в три. У врачей должна быть большая зарплата. Это героические люди. Зачем ему зарплата? Они должны делать из любви к человечеству. Не меньше этих обещанных $500. Ну, хотя бы в пределах 5-6 миллионов. Ну, не меньше $1000. Потому что врач отвечает за жизнь человека. А жизнь – это самое ценное, что есть. Достаточно того, чтобы хорошо лечить людей и чувствовать себя комфортно. Врачи должны 8-10 миллионов зарабатывать. Ну, наверное, больше 500 установлено государством. Минимум долларов 400-500. Я не знаю, сколько они сейчас получают, но явно мало. Потому что смотришь на врача, вот приходит домой по вызову, жалко смотреть, замученный такой. Врач на сегодняшний день зарабатывает ровно столько, сколько он заслуживает. Я не считаю, что врачи должны зарабатывать больше, потому что они ничего не делают. Минимум $1000, потому что нация должна быть здоровой.